Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посвятить вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Рыжевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Ну что ж, господа, утро начинается не с кофе. Почему я так говорю? Да потому что обратно на АЗС закончился бензин, понимаете? Я зашел в 8 утра, привез 1000 литров бензина. Пишем команду Бусинес, бизнес моей семьи. И что, блять, снова нету бензина. Да, теперь я обратно сажусь в машину, еду, блять, беру бензовоз и везу бензин. Сегодня вам расскажу о том, что водить АЗС, пацаны, не так уж легко. Погнали. Понимаете, я завез в... примерно 8:20 утра бензин. 1000 литров. Сейчас у нас же 11:20. Прошло 2 часа, 0 бензина, понимаете, 0. Это хорошо, не спорю, это очень хорошо. Спасибо всем, кто заправляется именно у нас на АЗС в Рыжевске. Но понимаете, блин, такая проблемка, что у меня у единственного АЗС, которая не улучшена. В каком плане она не улучшена? Смотрите. Пишем Бусинес, бизнесы, ага, улучшение. Здесь есть такое улучшение, как увеличить количество цистерн. У нас всего лишь 1000 литров на данный момент. Мы можем увеличить это число до 5000, по-моему, я не знаю, можно ли больше. Но понимаете, я словил эту АЗС погоду. Чтобы ее словить, я слил 7 машин семьи, 7 штук. Слил машин Фомы, чтобы словить эту АЗС. Слил я эту АЗС-ку как бизнес семьи. И понимаете, эту АЗС-ку либо перенесут, либо ее уберут и вернут деньги. Поэтому улучшать ее вообще будет нелогично. Потому что, во-первых, я и так в минусе, во-вторых, у меня нету денег, чтобы улучшить. И поэтому приходится 5-6 раз в день возить бензин на АЗС. Ну что ж, погнали, покажу, как это все происходит. Если что, пацаны, в этом видео я не жалуюсь, типа, вот что это сложно. Я хочу просто вам показать, как это владеть АЗС-кой и с чем вы можете столкнуть, в принципе. Я думаю, это понятно. Ну, напишите в комментариях, вот, вам было бы интересно владеть АЗС-кой. Я думаю, да. Поэтому я решил записать такое видео, показать вам, как же это все происходит. Какие есть минусы, плюсы и так далее. Сегодня я вам это все расскажу. Я владею АЗС-кой уже около 3-4 дней. И поэтому мне уже есть, что вам рассказать. Так, пацаны, срочная информация. Ваня, он же Джонни Прайд, продает свой бизнес в Арзамасе. Сейчас я покажу, где он находится. Вот этот перекресток в Арзамасе. Давайте я вам покажу его на карте. Вот, в Арзамасе находится, короче, бизнес на перекрестке возле... Диана, возле разводчиков продуктов, недалеко от банка, короче, недалеко от аптеки находится спортзал вот этот. Как бы это его спортзал. Так вот, он его продает. Продает его примерно за там 25-30 миллионов. Финка здесь хорошая, примерно 300-500 тысяч. Пишите ему в ВК, ссылочку на его ВК я оставлю в описании. Продает он его в связи с тем, что хочет купить очень дорогую машину. Поэтому, кому нужен этот спортзал, пишите ему и покупайте. Вот вы сейчас наблюдаете картину, с чего каждое... утро мое начинается. Как бы я захожу в игру, беру монстр был я для того, чтобы быстро доехать до базы разводчиков топлива, продуктов, взять бензовоз и отвезти бензин на нашу АЗС. Вот как-то так. Просто кто не понял, почему я сейчас был в Батырево, потом поехал обратно в Арзамас, просто я снимал до этого бундалябойщика и как бы надо было устроиться обратно разводчик. Я думаю, многие мне скажут, типа, вот, почему ты не попросишь кого-то, чтобы тебе постоянно возил бензин. Не спорю, хорошая идея, но первое то, что, возможно, человек не всегда сможет его возить, как бы, и такого человека, я думаю, не просто будет найти, чтобы постоянно возил бензин, потому что он не сможет за ним смотреть, как бы. Это я прописываю Бусинес, смотрю, есть бензин, нету. Ему придется постоянно ездить на АЗС, заправляться, типа, если нету бензина, ехать, брать фуру, заправлять машину. Во-первых, придется по-любому ему платить зарплату, как бы, я думаю, это само собой, как бы, и почему мне выгоднее возить самому, потому что я не ухожу в минус, как бы, я сам закупаюсь товарами, я сам их завожу, как бы, я ухожу в ноль, в минус я не ухожу, и ни в плюс, и ни в минус я не ухожу, я просто не ухожу в минус, и это довольно-таки хорошо. Итак, скажу вам то, что еще мало кто на этих работах работает. Не знаю, возможно, после моего видоса, я там видос снимал про вот эту работу, возможно, после моего видоса стало больше людей работало, но пока что я это видео не выложил. Но, скорее всего, вы уже его давно посмотрели. Итак, давайте я вам покажу, о чем я говорил насчет бензина. Про лист пишем, вот такую команду. Это посмотреть все АЗС-ки.
На сервере сейчас 6 АЗС, получается 2 в Южном, 2 в Арзамасе, 1 в Батыреве и 1 моя в Лыткарино. А тут показано всего лишь 5. Почему? Потому что у какой-то из 6 АЗС выключена автозакупка, и она здесь не отображается. Насчет улучшения, видите, я говорил насчет улучшения, видите, вот, 3000 бензина можно завести, 4000 можно завести, 4000 можно завести. Вот, у меня косарь, у меня, видите, меньше всех, потому что я не покупал улучшение, чтобы сделать 1500 литров, чтобы можно было привезти, нужно 450 тысяч. Соответственно, чтобы у меня в АЗС было 2000 литров хотя бы, нужно 900 тысяч, пацаны. У меня таких денег нету. Если кто желает быть спонсором улучшения АЗС-ки, потому что, серьезно, я уже не могу, серьезно, я уже и так в минусе, я не могу еще улучшать ее. Кто реально хочет помочь, кто может дать 900 тысяч, чтобы я сделал хотя бы 2000 литров, потому что, понимаете, если было хотя бы 2000 литров в нашей АЗС семейной, мне приходилось бы в день возить бензин там, ну, 3 раза в день, ладно, 3 раза в день, там, утром, в обед и вечером. Ну, а так мне приходится в день по 6 раз возить бензин этот. И не всегда у меня получается это делать, потому что я там, у меня есть личная жизнь, там, еще там, я могу поехать отдыхать на пляж, там, еще куда-то, понимаете? Я думаю, это все понятно. И как бы, блин, я пытаюсь, чтобы у нас всегда был бензин, пытаюсь постоянно, захожу, вот, нету бензина, все, я все бросаю, еду, бензин завожу, чтобы вы могли заправляться, как бы. Поэтому, кто желает, кто может быть спонсором, кто может дать 900 тысяч, то пишите мне, как бы, в ЛС. Все ссылки, если что, в описании. Я не знаю, сколько это можно максимально сделать, но мне кажется, наверное, 4000 типа, литров максимально сделано, либо бесконечно можно делать. Но больше всех это в Южном две заправки, видите, вот. У них больше всего литров можно привезти. В Батырево 3000 литров и в Арзамасе 3000 литров, да. Вот моя ЗС-ка, что ли, YouTube Kill Game. Все, покупаем бензин, подъезжаем, как бы. Пишем Full Cars. Full Cars. Блять, что у меня такая привычка Full Cars писать? Бу Full пишем команду. 1000 литров. Все, у нас сняло 30 тысяч примерно. Все, едем теперь в Рыжевск, в принципе, отвозить бензин. Раньше как бы не было такого, что именно бензовоз возил бензин. Я думаю, вы это помните. Просто как бы обычные продукты, как и в остальных во всех бизнесах. Как бы просто обычные продукты были. А с недавних пор, где-то месяц назад, сделали такую систему, что нужно именно вот на бензовозах, на АЗС-ке именно возить бензин. На остальные продукты возят, а на АЗС-ке именно бензин. Да, это в принципе логично, мне эта работа очень нравится, но я не знаю, когда были продукты именно, они так же быстро тратились или нет? Мне вот это очень интересно на самом деле. Получается, что 1000 литров, это реально 1000 литров бензина. Это не то, что, не просто 1000 продуктов, это реально 1000 литров. Как бы на 1000 литров это может заправиться 10 машин, полный бак могут заправить, как бы. И он быстро кончается, и нужно постоянно возить. Да, не спорю, прибыль хорошая, я вам ее пока что показывать не буду. Вот пройдет неделя, я подведу итоги, покажу вам, какая же прибыль за неделю была, в принципе. Я думаю, вам это будет довольно-таки интересно посмотреть. На самом деле, АЗС-ка это такая крутая тема. Я вот серьезно, я вот ее словил, там уже 3 дня прошло. Да я только вчера осознал, что, блядь, это все-таки АЗС-ка, пацаны. Это, блядь, АЗС. Это охуенный топовый бизнес. Как бы, и, блин, и у нас он есть, у нашей семьи он есть. Это довольно-таки круто. Все-таки, да. Здесь можно тусоваться, здесь, видите, хорошая прямая. Да, возможно, скоро мой бизнес снесут, как бы, либо перенесут. Я, на самом деле, надеюсь на то, что его все-таки не снесут, а просто возьмут и перенесут. Потому что, блин, мне очень нравится этот бизнес, я просто от него кайфую, на самом деле. Но проблем с ним тоже довольно-таки немало. Так, давайте сейчас завезем бензин. Fuel, Self Fuel, 1000 литров. А, так. 979 литров. Все. Привез я бензин. Залил полный, так сказать, баки все. Поэтому все хорошо. Давайте я еще вам что-то покажу здесь, в принципе. Бизнес. Видите, 990 продуктов уже. Сейчас как раз чувак заправится. Я еще 21 продукт закину туда, чтобы было.
больше, потому что возить постоянно это, конечно, жестко. Почему-то прибыль за день всего лишь 26 тысяч. Как-то, на самом деле, вот у меня почему-то деньги даже пропадают постоянно. Вот я захожу каждое утро, и почему-то всегда нету денег. Я не знаю, с чем это связано, ладно. Короче, BushNest пишем. Так, бизнес. Улучшение. Видите, здесь можно добавить каталог его, в принципе, да. Это стоит лям с половиной. Я вам скажу то, что вот если это купить бизнес именно на себя, мне, то маркер, вот этот, добавить в каталог, будет стоить 300 тысяч. Из-за того, что я купил его как семейный бизнес, здесь цены в 3 раза дороже, как бы. Поэтому да. И маркер стоил не 150 тысяч, как в обычном бизнесе, а 650. Срочная закупка, это типа продукты заказать срочно, не сразу вам прибавляется, но всего лишь 500 штук, как бы. В этом смысла нет, это невыгодно. Изменить название бизнеса, я это сделал за миллион. В обычном бизнесе это стоит 500 тысяч, как бы. Я думаю, это все понятно. Так, все, чувак отъехал, и сколько он заправился? А ну, как раз сейчас выгрузим эти 20 литров бензина, 21 литр. Все, в принципе, выгрузили, заебись. Фух, ну вот это, пацаны, так возить, пацаны, честно, выматывает на самом деле. Такая тема, как бы да, довольно-таки непросто это все делать. Как бы да, поэтому... Не, ну все равно я кайфую, все-таки это ЗС-ка, это круто, что я ее словил, да. Возможно, она пробудет у меня недолго из-за того, что выйдет обновление, ее уберут. Ну и, скорее всего, режим уберут, как бы да. Но было бы круто, если бы хотя бы там... Не знаю, принесли ее к Анашану, не знаю, там, в Бусаево куда-то. Там, не знаю, возможно, в новый район, кстати. В новый район, именно вот сюда можно было ее принести. Сейчас я вам объясню. Возле ВЧ. Возле ВЧ, короче, вот здесь есть новый район. Сейчас давайте я вам покажу его. Вот здесь есть новый район. Можно было ее, на самом деле, сюда перенести. Но, блин, жалко, что ее уберут. Возможно, не уберут. Возможно, я зря переживаю. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, я смог вам рассказать подробно и показать, как это владеть АЗС-кой, в принципе. Если хотите еще подобных видосов, там, спустя неделю, типа, мое мнение о АЗС, хороший это бизнес или нехороший, либо сделать топ АЗС в области, что-то типа такого, то пишите в комментариях. Все, на этом у меня все. Всем пока-пока. Вас ждет ответы на вопросы. Итак, как всегда, ответы на вопросы под последним видео. Вот это последнее видео, это будет для бойщика. В принципе, сейчас я отвечу на ваши вопросы. Погнали. Привет, топ-видео. Как тебе развитие Амазинга от начала до данного момента? Ну, есть и плюсы, и минусы, но в целом, блин, мод просто нравится, и поэтому я играю на Амазинге, как и в основном всех, кто играет на Амазинге. Это те, кому очень нравится этот мод и кто к нему привык. Поэтому... Будем надеяться на то, что в скором времени будет топовое обновление и онлайн все-таки возродится. Если будешь делать стритрейсеров, то делай без М5, так как приедут все на М5 и все. А без М5 будет хоть какое-то разнообразие машин. Еще один вопрос, почему ты убрал меня из модераторов? На это есть явные причины, если есть, тогда назови их. Причин нету, просто был слив на стриме модерки и... Я поэтому снял всех модеров. В скором времени, когда буду стримить, верну всех модеров, кто был из нормальных. Поставь модпак для дальнобоев, чтобы грузов не цеплялся. Ну блин, модпак для дальнобоев я такого не слышал, во-первых. Во-вторых, может, ты имеешь в виду типа заменку. Заменку я уже поставил на КамАЗ. Вы увидите ее в следующей серии, пацаны. Слушай, а ты музыку с АП используешь? Ну, иногда с АП, иногда нет. У меня только одна песня с АП, это... Песня, которая всегда играет в начале видео. И это с авторскими правами, но слава богу, почему-то мне за нее не дают ничего. И пока что я ее оставляю. А так я скачиваю музыку без авторских прав, но иногда беру с авторскими правами. Если за нее мне ничего не дают, тогда я эту песню оставляю. Сними казик. Ну, я, во-первых, не люблю ходить в казино, во-вторых, у меня нету средств, чтобы туда ходить и это снимать. Снимай тест-драйв машин. Сколько времени ты тратишь на YouTube? Раньше тратил очень много времени, просто сейчас трачу где-то 2-4 часа, это как бы я играю, монтирую видос, ну и частенько я зависаю в ютубе, смотрю видосики на тех, на кого подписан. Лол, фраза «я работаю, зачем меня ловить» удивила меня. Во-первых, ментам и так нечего делать на сервере с таким онлайном, там только всех и ловить, но есть нюанс, менты не по РП устроили проверку за...
Открытие огня можно смело вар давать ППСнику за НРП. Ну согласен с тобой. Ну блин, все-таки понимаешь, я как бы да, работаю, у меня есть звезды, но блин, если все это происходило по нормальному РП, я не просто остановил, выходи с машины, блядь. Не проверил документы, нихуя. И блин, ну это бред, серьезно. Кирилл, как думаешь, перевести аккаунт на 01? Дружище, решай сам, я за собой никого не тяну. Это желание каждого и тебе решать. Если тебе хорошо там, допустим, ты играешь на 6-м сервере, то играй там. Не нужно именно из-за меня бросать все и переходить на другой сервер. Это бред на самом деле. Да, мне это нравится, мне приятно, что вы так делаете, но вы все-таки должны сами решать. Я обычный игрок, как бы, и ради меня не стоит переводиться на сервер. Ну что ж, вот я и ответил на все ваши вопросы. В следующем видео тоже отвечу, поэтому пишите в комментариях. Всем пока-пока, ставьте обязательно лайки и не забывайте подписываться.